Всем привет! Продолжаем разговор о ножах и ножик от китайцев, от Викинг Нордвей. Викинг Нордвей партнер. Вот такой вот он. Нож здоровый, очень здоровый. По линеечке. Сколько у него лезвия? Сейчас. У меня даже не хватит моей 25-сантиметровой линейки, чтобы измерить. Будем в два захода. 13,5 сантиметров лезвия. Вот так. И рукоятка у нас получается 16 с чем-то. Короче, здоровенный. Длиннющий. Вот линейка 25. Точнее, 26 линейка. Но ее не хватает. Ширина чуть больше двух. Меряем толщину. Получается 3,8. Это в самой широкой части. Здесь скос. Здесь стоит еще из чего рукоятка G10. 440-я сталь. Твердость 56-58. Он, по-моему, если я не ошибаюсь, он на подшипнике. Ход у него такой мягкий, плавный и долгий. Он не резкий. Выбрасывается легко. Для сравнения можно его сравнить с T-Lite 6. Просто с огромным ножом T-Lite 6. Ну, почти. Китайский брат чуть ниже своего американского. Но шире. Нож, на мой взгляд, достаточно функциональный. Вот готовить с таким ножом, я думаю, будет супер здорово. Потому что нарезать что-то, хлебушек, красота. У меня чуть он подраскрутился. Но если все завинчено, никаких люфтов. Вот он сейчас завинчен, в принципе. Открывается. Ну, с подшипником он всегда будет открываться. Самый огромный минус, который я здесь увидел, это просто, который... Вот он портит все. И минус этот, это винты. Блять, они настолько сделаны уебищно. Хотел я разобрать его и посмотреть, что там внутри. Но я их не смог открутить. Такое ощущение, что они их завернули. И финалом было срыв резьбы. Ой, не срыв резьбы, а срыв отверстия, которое, ну, как там, он под шестигранник вроде как. Или под торкс, но... Блять, я вставляю торкс на 6, ну, как бы мал. На 5 много. И все. А торксы, они как бы только вроде метрические. Или не метрические. Короче, они только одного вида бывают. Не бывает американских и европейских. Насколько я знаю. В итоге, блять, пришлось заниматься рукоблудством. Теперь эту клипсу снять можно. Хотя... Судя по всему, винт, который там, он... Ну да, я, по-моему, начал разбирать, откручивая, а он прокручивается. Другое дело, если бы клипса была снята, можно было бы раз, нажал, а тут даже нету, кстати, ничего. Здесь он просто шляпка. Вообще. Никаких нету отверстий в ней. Короче, то есть он откручивается только с одной стороны. Также и вот эти винты, они, блядь, тоже опасные. Кое-как я смог их... Но меня очень они пугают. Есть ощущение, что они будут сорваны, если начать его разбирать. Это такой геморрой переделывать все это, перенарезать.
Ну это просто лютая жесть. Вот это вот испортило. Ну вот, это самый большой минус. Остальное в этом ноже просто прекрасно. Он прекрасен. Его размер, длина. Выемки под пальцы, не знаю. Ну, мне кажется, зря они сделали. Было бы интереснее без выемок. Было бы более как-то эстетично, что ли. Подтемляк здоровая. Дырень, просто дырень огромный подтемляк. Что еще здесь хорошего и плохого? Фиксация отличная. Люфта при затянутом винте нету, открывается легко прям вот. Оп. Вот такой вот партнер от Viking Nordway. Нож просто красота. Ну еще раз сравнение с Тилайтом. Почему я думаю еще, что клипса здесь обязательно должна быть съемная? Потому что, в принципе, в карманчике с клипсой он будет не очень удобно носиться. Не знаю, на мой взгляд, это, конечно, косяк просто. Залет викингов по полной. Клипса как тугая, нет, сейчас проверим. По ощущениям, тугая. Она не переставляется, у нее только одно место положения. Нож легко открывать и левой, и правой рукой. Он прям вот... А, еще он, кстати, открывается, вот, забыл. Просто инерционно. Но от таких вещей он разбалтывается чуток. Фиксирует лайнер просто мега надежно. Оп. Так, блядь. В общем, как хочешь можно открывать, так же и левый. Но левый, я боюсь, что он у меня вылетит. На, разбалтывается он от таких открываний. Приходится подворачивать. В общем, такой красивый нож в черно-красных тонах. Флиперочек просто. И заточка у него, кстати, изначально вполне годнота. Это сейчас он уже подтупился у меня. Хотя я особо ничего не резал. Но заточка у него базовая. Вполне себе ничего. Такой ножик. Всем спасибо, всем пока. Вес этого чуда. Сейчас измерим. 233 грамма. Вполне себе так весомо. Так что просто так таскать его, конечно, будет нелегко.